Продолжение темы уборки. В Красноперекопском районе Ярославля опробовали новое оборудование для скалывания льда. Насадку для трактора приобрела одна из клининговых компаний. С ее помощью можно очистить проезжую часть и парковочные места от наледи. Сумма новинки – 500 тысяч рублей. По словам первого заместителя главы территориальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов Ярославля Сергея Скудря, новое оборудование позволяет за 30 минут очистить дорогу во дворе от льда. С приходом весны во дворах образовывается колейность, и необходимо ее откалывать либо ломиками. Вот эта автоматизированная техника, конечно, мы считаем, что поможет значительно увеличить скорость уборки дворов, приведение их в нормативное состояние и улучшить состояние дворовых территорий в целом.